который приглашается на сцену. Александр Боярский и Яна Чурикова. Это так называемый шпагатный баттл. Кто сядет на шпагат? Я ставлю, конечно же, на Боярского. Это мой любимец. Так. Он уже не раз. Я, конечно же, за Яну. Мы должны кого-то, да, правильно. И так, вот они начинают это делать. Вот так вот, ЦСКА, баскетбол. Шпагаты. Ну что, начинаем. Саш, ты первый, Динамо, давай. Я готов. Давай. Динамо, давай. Давай вместе. Давай, Александр, садись уже. Давай. Кресты пошли. Вот так. В следующий раз Александр поднимется. А теперь шабасан. Может быть. Шабасан это лежать на палочке. Шабасан, давай. И вот так руками. Это шабасан. Оказывается, Александр делает шабасан на протяжении 20 часов в сутки. Вот это шабасан, это лучшее, что я сегодня. Это лучше от Александра, да, что мы вообще знаем. Еще вот так можно ножки поделать. Шабасан, когда вы лежите на спине и отдыхаете. Так, ну и мы ждем. Александр в шабасане. Так, мы ждем. И вот, оп, раз. Уля-ля! Яна Чурикова! Прекрасно! Браво! Дайте ручку поцеловать! Прекрасно было! Помогите, Александр! Браво! Александр!